Государь, я рад, что мы встретились. Сегодня все погорячились, но, уверяю, я ценю крепкую связь между нашими домами. Ведь Рейнис – моя любимая кузина. Я хочу извиниться за мой тон на Малом Совете, государь. Я не хотел вас оскорбить. Ваш флот – одно из важнейших достояний страны, лорд Корлис. Но вы должны понять, мой долг как короля – избегать войны, пока она не станет неизбежной. Никто из нас не желает войны. Я могу говорить прямо? Я только рад, когда члены Совета говорят свободно. Боюсь, на Красный замок устремлены взоры наших врагов. Королева скончалась. У Железного трона появилась наследница впервые в истории. Брат короля, лишенный наследства, беспрепятственно занял драконий камень. А иноземные силы основали колонию на важнейшем морском пути. Рисуете мое правление черной краской, лорд Корлис. Это правдивая картина. На данный момент корона кажется уязвимой. И только безрассудное нападение на ступени докажет, что это не так. Чтобы избежать шторма, нужно идти либо насквозь, либо в обход. Но не ждать, пока он нагрянет. А вы можете предложить конкретный план действий, милорд? Объединим семьи. Женитесь на нашей дочери Лейне, объединим два великих валерийских дома. С драконами Таргариенов и флотом Веларионов, связанными кровью, вы покажете, что лучшие дни короны впереди, не позади. Должен признаться, я особо не задумывался о браке. Еще и полугода не прошло со смерти Эйна. Страна ожидает, что вы возьмете новую жену, государь. Чтобы укрепить род и родить наследников. Вам не найти более достойной невесты, чем Лейна. Каково это — летать на Черном Ужасе? Вы последним летали на Балерионе. Только недолго, пока он не умер. С Балерионом умерла последняя память о старой Валирии. Но в Хагар еще живет. Где-то. В драконьем логове ей тесно. Или даже во всем мире. А где ее гнездо? Прости? Вы знаете, где в Хагар? Смотрители полагают, она живет где-то на берегу Узкого моря. Рабочие в Спайстауне вроде слышали ее песни. Говорят, они печальны. Даже драконам бывает одиноко. Государь, будет великой честью объединить наши дома, как было в старой Валирии. Я рожу вам много детей чистой валерийской крови, чтобы мы укрепили королевский род и само королевство. Это тебе велел сказать отец? Что сказала твоя мать? Что до 14 я не возлягу с вами,